Привет! В сегодняшнем видео я покажу, как приготовить очень простой и бюджетный торт к 8 марта. Это спецвыпуск для мужчин-рыбаков. Сегодня я покажу рецепт супер простого и вкусного тортика к 8 марта. Приготовить его сможет абсолютно любой мужчина. Даже если у вас нет опыта в готовке, вы все равно сможете его приготовить и порадовать своих любимых женщин. Сразу же поставьте лайк и напишите в комментарии, какое следующее блюдо мне приготовить. Не забывайте подписываться на наш канал. Но мы будем начинать. Начнем с ингредиентов, которые понадобятся нам для крема. Для приготовления крема нам понадобится 380 грамм сметаны самой высокой жирности, обычная сметана, купленная в магазине. За 5 часов до приготовления обязательно выложите ее на марлю, чтобы стекла лишняя жидкость. 3 столовых ложки сахара и 2 10-граммовых пакетика ванили. Итак, начнем добавлять 3 столовых ложки сахара. Вы вместо сахара можете использовать сахарную пудру для того, чтобы крем был немного густее. И ложим, значит, ванилин. И это все обязательно перемешиваем. Вот такая масса у нас должна получиться. Сейчас мы просто берем ее, отставляем в сторону на время, пока мы не испекем корж. Ингредиенты для коржа. Для приготовления коржа нам понадобится 2 столовых ложки какао, стакан сахара в стакане 200 грамм, 250 грамм кефира, 1 яйцо, 1 чайная ложка соды, 50 грамм оливье и стакан муки. Начинаем. Берем кефир и погашенную соду. Соду добавляем в кефир и оставляем в сторону, чтобы прошла некая реакция. Далее в отдельную посуду разбиваем одно яйцо и сахар. Добавляем и начинаем мешать до появления белой пены. Такая белая пена у вас должна получиться. Далее берем ранее отставленный кефир, который мы смешали с содой. Вот, кстати, прошла реакция, взялся кефир пузырьками. И добавляем его к яйцу и сахару. И начинаем перемешивать. После того, как перемешали кефир с яйцом и сахаром, добавляем 50 грамм оливье и тоже перемешиваем. После постепенно порциями добавляем муку и тоже это все дело перемешиваем. После перемешки у вас получается такая масса, и далее мы добавляем последний ключевой ингредиент, это какао. И тоже все перемешиваем. Вот такая вот у нас масса получилась, далее мы берем и выливаем ее на противень. На противень мы положили пергамент и намазали его оливьей. Сейчас мы берем и выливаем всю нашу массу именно сюда. После того, как мы вылили всю массу на противень, мы вот такими вот движениями противня распределяем равномерно всю массу по площади противня. И далее ставим наш противень в духовку на 30 минут. Но, так как у каждого разная духовка, не забывайте поглядывать на корж. Когда корж находится в таком состоянии, он уже готов. Вы можете проверить, готов ли корж еще одним способом. Протыкаете зубочисткой корж, и вот видите, оно сухое, значит корж готов. Далее коржу даем остудиться, примерно час-полтора. Итак, наш торт уже остыл, сейчас мы берем и выряжаем вот тарелочкой кружки для торта. Итак, первый корж мы пропитали клубничным сиропом. Вот второй вырезанный, сейчас берем и мажем кремом прослойку между коржами. Те остатки коржа, которые остались у вас после вырезки двух круглых слоев торта, вы можете положить между первым и вторым слоем. После того, как вы вот так вот обмазали полностью весь торт, дальше украшение дело ваше. Можете украшать по своему усмотрению. Я решил украсить торт тертым шоколадом.
Ну что, друзья, вот такой вот тортик у нас получился, и вот такое видео у нас вышло. Надеюсь, оно вам понравилось, надеюсь, оно было вам полезно, и вы смогли все-таки приготовить вот такой вот красивый тортик, и смогли поздравить все-таки своих любимых женщин. Да, все-таки приготовление занимает около 5 часов, но я думаю, оно того стоит, ребятки, вы обязательно порадуете на 8 марта, и достойно поздравите своих любимых женщин с этим прекрасным праздником. Ну, а я, в свою очередь, буду благодарен, если вы поддержите это видео лайками, подписочками на канал. И не забывайте писать в комментарии, делать ли мне еще эту рубрику или нет. Если вы хотите, чтобы я еще что-то приготовил, обязательно напишите об этом в комментариях. Ну а с вами был канал Young Fishers. Спасибо за просмотр, ребят. Спасибо за ваше внимание. Всем удачи, всем пока и до новых встреч, ребятки. Давайте, пока-пока.